Всем привет, меня зовут Даша, я из России, и прямо сейчас я нахожусь в Китае, в городе Нанкин, и прямо здесь, на берегу реки Янцзы, проходит фестиваль китайской традиционной музыки. Так, и прямо сейчас мы получили наши билетики, и мы идем смотреть представление. Сейчас играет известный китайский музыкант Ян Тинтин. Итак, прямо сейчас мы находимся на берегу реки Янцзы. Вы можете видеть ее позади меня. И эта река имеет очень важное культурное и историческое значение для города.